футбольным клубом Ислэч. Но в случае поражения нет. Сегодня будем надеяться на отличный футбол. Будем надеяться на то, что сегодня мы увидим не один забитый мяч. Динамо, команда играет по схеме 4-3-3. И начнем с вратаря. 49-й номер, игрок молодежной команды Максим Плотников. Седой Хай, 6-й и 33-й номер. Тренер Вадим Скрипченко. Бригада арбитров во главе с Сергеем Красник. Валерий Горбачик, бывший игрок Минского «Динамо». К сожалению, Валерий не сыграл ни одного матча за основную команду. Всего лишь был в дубле. И сразу же «Торпедо Белас» вот с такого вот легкого заброса начинает матч. Наконец-то играет Владислав Климович. Хорошая передача. И будет удар по воротам. И на первой минуте матча «Торпедо Белас» забивает. И отличается Валерий Горбачик. Он не отмечает... Посмотрите, поднимает руки вверх и не отмечает забитый мяч, потому что, я уже успел сказать, он является бывшим игроком Минского «Динамо». Да, эта команда его вырастила, он не играл нападающим в этой команде, был он центральным защитником, но сейчас он вот так вот красиво. Также не все получалось у «Динамовцев», очень много команда пропускала атак, и моментов было достаточно много. И вот опять же очень опасный момент, Валерий Горбачик убирает под себя Плотникова, и что же сделает... Какое решение примет арбитр? И он показывает желтую карточку Валерию Горбачику. Конечно же, нужно смотреть повтор. Для того, чтобы сделать выводы. Вот убирает на 14-й минуте. Ну и снова опасная атака уже по левому флангу. Хороший прострел. Удар по воротам. И 2-0. И 7-й номер команды «Торпедо Белас» Богдан Мышенко забивает свой 5-й мяч в этом сезоне. И Минское «Динамо» вот так вот пропускает. Так просто пропускает. Ничего нового. Да, нападающих у нас сегодня именно Владислав Климович и Валерий Горбачик. А слева на левом фланге Николаевич. Ну а теперь Минское «Динамо» прострел, удар по воротам. И Сейдуя Хая после великолепной... передачи счет 0-2. Отскакивает на этот раз уже Белас. Ну и первое, самое привычное. Любит он играть в центре нападения. Но учитывая, что сегодня Кирилл Вергейчик находится в этой позиции. Егор Зубович здорово бьет по воротам. Потрясающий момент сам себе создал Егор. И Владимир Бушма великолепно отбивает мяч. Как правило, бывшие футболисты очень неплохо выступают против своих прошлых команд. И очередная передача от Владислава Климовича. Будет выход 1-1. Убирает под себя игрок и удар по воротам. Но Николаевич пробивает выше ворот. И посмотрите, здорово действует Владислав Климович. И резкий и уже привычный разворот. В сегодняшнем матче очень часто этим пользуются игроки Белаза. Качатурян. Ну, конечно же, можно немножко потянуть время. Но нет, здесь удар от Богдана Мышенко. Чемпионата по голам в стартовые 15 минут, целых 5 мячей. У нас уже это было по правому флангу. Егор Зубович пытается убежать от Яна Афи. Кстати, Егор Зубович дважды был в «Торпедо Белас». Пас на Яхая. Очередная возможность. Удар по воротам. Немного не хватает Яхая для того, чтобы поразить ворота Владимира Бушмы. Но, кажется, угловой зарабатывает шестерка белоголубых. Но это был по-настоящему опасный момент. И снова через Яхай. Ну и вот вступил наконец-то Иванов в игру. И вступил удачно. Не очень большая скорость этого опорного полузащитника. Будет опасный момент, но успевает. Плотников здорово, он выходит, играет ногами. Не будет подавать. Ну и Егор Зубович, посмотрите, здорово скидывает на Белонога. Против Щерба действует украинец. Хороший пас в штрафную, но Фатай промахивается, к сожалению, по воротам. Но я думаю, что Владимиру Бушме очень сложно было бы выручить в этом эпизоде. Синий мяч выбил Плотникову со своими защитниками. Триботич. Пас в центр. Иванов. Удар по воротам. Опасно. Егор Зубович на добивании. Флажок. Климович. Жан-По.
Залески упускает игрока. Удар поворотом. Снова Плотников. Добивание Юсова. 3-0. С третьей попытки забивает Юсов, а в этом эпизоде со второй. Ну и снова отметим неудачную игру Андрея Залесского. Очень легко он пропустил Жана По, который здорово находит передачей Юсова. Ну а тот расстреливает со второй попытки. Волнение Фатаи закончились ничем. И мы имеем сегодня 0-3. Давайте поздравим с этой победой Вадима Скрипченко. Он поднимается очень высоко в турнирной таблице. И после этого поединка будет занимать четвертое место.